Химкинском кадетском корпусе сразу два исторических события – десятилетний юбилей и передача знамени Всероссийской патриотической молодежной эстафеты добрых дел директору Людмиле Сусловой. Акцию запустили осенью прошлого года. Инициатива председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Патриотическое мероприятие пройдет в городах-героях и городах воинской славы в честь 75-летней годовщины Победы. В рамках эстафеты добрых дел будут проводить различные акции: шествие над ветеранами, шествие над домами престарелых, шествие над госпиталями, праздничные акции. Мы планируем провести победный марш накануне 9 мая. И, естественно, мы все кадеты, все кадетские подразделения будут участвовать в параде, посвященном Дню Победы. Поздравить с юбилеем учителей, командиров, воспитателей и учащихся кадетских классов Следственного комитета пришли действующие сотрудники профильных ведомств, ветераны, общественники. Ну а юноши и девушки приготовили для гостей большой патриотический концерт. Всего в кадетских классах Следственного комитета обучаются 64 воспитанника, которые уже со школьной скамьи выбрали путь служения Отечеству.